Привет! Сегодня я буду показывать вам моих персонажей. Давайте начнем. Первый персонаж. Это вам всем знакомая Кэти, только имя вы не знали ее. Мой второй персонаж. Это Снежинка. Она была в одном из моих видео, где девочка мне написала драная писька. Простите за... Мой следующий персонаж. И это последний персонаж. Ее зовут Элиза. Она младшая сестра Снежинки. Всем пока, желаю вам удачи.